Сегодня ездили в Леруа, был центр, в Леруа купили вот такой триммер себе. Ну так, чтобы легенький, маленький, чтобы меня не отвлекали по мелочам, чтобы надеюсь сама косила. Вот видите, вот такой. А что это значит? Ну провод кончился у тебя. Нет. Почему? Я ж сюда принесла. Что-то мне не нравится, что она вылетает. Это же как-то, да, херовенько. Ну, дешевую розетку же купила. Так, вон те вон разогнуть, вон, чтобы они там не это. Ну, в общем, ты понял. Провод так оберни вокруг ручки, да и все. Да. Ну, в общем, потом с деревни уже себе большую привезем, бензиновую будем. Уже ей буду. Может даже и колымить, здесь людям траву косить. А я так себе тут немного хоть подровнять. Забор стоит пока. Ждем железа. То есть трубу должны привезти где-то, сказали, ближе к вечеру. И звонили, вроде должны привезти профлист на тот забор, на первый. То есть, как бы у нас сейчас и тут работы будет море. Надо будет и там профлист зашивать. И здесь погодка вроде так устаканивается. Сегодня не было дождика. Классно. Вчера прям мы по грязи лазили. Вот и за домом выкосил с этой чудо-косой. Пока еще живая. Я уже там перед двором все повыкосил. И сюда вот пришел. Пока еще терпит коса. Посмотрим, насколько ее хватит за такие смешные деньги. Конечно, слабоватенькая, что там, что говорить. Такую мелкую траву вот эту вот хорошо берет, а вот что-то покрупнее уже. Не берет, леска отрывается, леска тоненькая, полторашечка. Ну и сама чувствует, что тяжело ей. Ну а что тут? Ее и брали, так вот газон там вот косить надо. Ну и так, чтобы Надюк сама где-то что-то мелочевки. Потом привезем уже бензиновую, мощную, тогда та-то уже ей пофигу, что косить. Диск ставишь, и там вообще деревья можно рубить. Так, у нас уже вечерок, закатик. Вон там красивый такой. Пойду посмотрю, что там столбы наши застыли, не застыли, гляну. Железо, короче, сегодня так не привезли мне. На завтра, на утро, говорит, 8:30 привезу. Ну, говорю, смотри, давай, без опозданий. Будем завтра с утра, в общем, варить. Сегодня получился выходной. Ну, вчера тяжелый день был, очень все устали. Сегодня отдохнули. Ну, так, относительно отдохнули. Я вон там траву косил, в Новороссийск ездил. Ну, вот вроде все нормально стоит. Калитка будет вон там дальше. Так как ворота откатные, калитку хотели поближе напротив крыльца, но не выходит. Не выходит калитка, поэтому пришлось ее туда удвинуть дальше. Ну так все стоит нормально, вроде все застыло. Все. Все крепко стоят столбики. Вон они, видите сколько. Да, работа еще предстоит, здесь еще сыроюшечка будет, с той стороны будет у нас навес. Ну, здесь вот два столба больших поставили, то есть здесь вот будет у нас навес. 7 на 6, 42 квадрата. Посмотрим, что мы тут нагородим, потом увидите. Жара невыносимая сегодня, варим вот. Сидим уже, сил нет, прям вообще жарко, капец. Ну, Колян идет уже, весь переетался, замучился, тоже растает. Че, уже сняли, что ли? Да. Там привезли профлист. Давай варить. Быстро вы что-то? Там уже быстро работаем. А, ну да. Фу, тоже этот бок накидали поперечины. Тоже профлист скоро будем крутить. Вот что-то залезло туда. Ты что туда залезла? Ну-ка, нам куда ее крутить-то, скажи? Кого? Да так, кто бы закрутил-то?
что там крутит, что-то. А, шторку одеть. Я думаю, что туда полезло. На ночь глядя. Как поиграться? Ой, закрутилось еще. Ку-ку. Ку-ку. Теперь закрутить надо. Закрутить. Теперь вспомнить, куда закручивать. Куда я крутила, раскручивала, скажи мне. В другую сторону. Зачем они это сделали? Уже вкладку силиконовую сделали и все, да? Так, время 7:30 утра, я вот уже варю, пока видите на улице. Раннее утро, солнышка нет сегодня. Сегодня дождь обещали в обед, поэтому я с утреца прям думаю. Да и пока не жарко. Думаю, надо идти начать обваривать. А то потом в обед лучше дома посидеть в холодке. В общем, вчера привезли нам профлист. Здесь уже вот пацаны один бок закрутили. До вечера успели. Тут один бок поставили. Ну вот такое страшное. Ну вот все, закончили мы зашивать заборчик. Вот такой вот получился. Осталось сегодня еще клепочки купим. Вчера уже поздно было. Что-то хозяйка не купила клепочки. Еще замочки проклепаем, чтобы они не болтались на ветру. Так-то они не болтаются, но все равно еще для уверенности. Вот он, замочек, в принципе. Здесь вот это его раз так вот поджать надо. Склепаем, все будет вообще четко. Здесь вот так вот счетчик получился у нас. В общем, такой заборчик. Теперь пойдем тот доделывать. Сегодня пацаны приедут, вот, склепают, пока я варить буду там. Все, будем тот заканчивать уже, тоже надо. Быстренько. Саморезы, конечно, я говорил, чтобы купили серенький в цвет забора. Но, говорят, здесь нет, ай, пойдет, и такие блестящие, тоже красиво. Вот не знаю. Сегодня у нас такой утренний выходной, ветрищина. Так, вчера мы тут сварили ворота, забили. Вот мои ворота валяются. Некогда было прям вчера вообще снимать, что-то все бегом. В общем, я просто приварил к столбам также нижнюю планку. Потом стоячий поставил. Ну и все обварил. Залили мы уголок под ворота, по которому они будут кататься вчера вот вечером. Вот видите, ветер бешеный вообще. Сейчас я пришел, опалубку снял, почистил уголок, пока раствор еще более-менее такой живой. Уже тоже все это встало, прям довольно тяжело чистится. Вечером еще вот подрежем все вот это вот.
подровняем болгарочкой все, арматуру срежем. То есть хотел показать, как я там все завязал, но что-то прям так не получилось. Все. Бегом. Еще вчера Насте ездили, паспорт получали в Новороссийск. То есть я забыл про это уже. Мне Надюха звонит, говорит, паспорт, ехать. Да я бегом все схватил, побежал. То есть вот так вот получилось у нас. Хотел все снять, но не вышло. Так, сегодня вечером, в общем, навесим ворота, поставим, закрепим их. Будем готовиться к навесу. Навес. Пока профлист ждем. Будем. Надо там козлов слепить, на чем нам лазить. То есть труба в понедельник, наверное, придет. Профлист не знаю когда. Может, в понедельник, может, во вторник. Так вот там уже новый забор ждет. Сейчас просчеты делаю. Надо это заканчивать. Вот ролики пока предварительно прикрутили. Сейчас ворота там поставим, все проверим, как они. Все, если все четко, я их проварю с двух сторон. И верхние ролики приварю. Ну и буду потом замочек думать, что как, какой замочек приклепать. На ворота взял трубу 40 на 40, чтобы такие не сильно тяжелые были. Сварил, вроде так они не играют. Смотрите, что творится вообще, конечно, ужас. Ужас. В общем, ворота, трубу 40 на 40 взял, так вроде нормально. Или легенькие, ничего не играют, крепкие. Еще профлистом зашьются. Нормально вообще. Посмотрю, как будут кататься, может, себе такие же сделаю. Я, конечно, себе хотел с более дорогой системой, но довольно дорого. Посмотрим, может, такую сделаю. Под эту тоже, видите, вот надо какой фундамент заливать, то есть уголок туда укладывать. Ладно, пойдем сейчас к тете Ларисе сходим, посмотрим, что у ней там. Ветер забор наш не ломает, пойдем домой. Да, Рома, Рома со мной. А, держи, говорит, за руку, а то меня унесет, он за куст держится, чтобы не улететь в космос. Так, говорит, улечу в космос. Мадам наша загорает. Смотрите, все по фэншую. Ромчик сейчас кресло придет куда-то. Лег загорать. А я дома сижу, не выхожу на улицу. Сегодня один день такой у нас. Полувыходной с утра. Так, сходил там, только палубку снял. Все, почистил уголок. Сейчас после обеда пойдем ворота навешивать. Я тут составлял сметы по новому забору, навесу. Отправил сейчас.